грузинский марш. Перелез через забор, вышел на проезжую часть и уже находится прямо перед выходом, перед входом в кинотеатр Амирани. Полицейские держат, крепляют полицейский автомобиль, потому что участники грузинского марша пытались расшатать автомобиль. Нужно также отметить, что несколько минут назад, до того, как они подошли к непосредственно входу, представитель духовенства разговаривал с полицейскими и просил пропустить грузинский марш на территорию, на которую их не допускали. Сандро Бригадзе неоднократно выдвигал требования на протяжении своего марша, чтобы администрация кинотеатра не допускала премьеры фильма. Напомню, протест касается премьеры фильма «А потом мы танцевали». Лидер грузинского марша и его сторонники считают, что этот фильм угрожает национальным ценностям грузинским. Да, а сейчас в театре кинотеатр Амиранши садат молоктенен и сини дарбашист амебис. Так, а у вас ансавы не сало оператору, так что шесло садат пиемус нашу бахтеба, тумца роботская дохамца, так что рамден имеется у тебя, грица у веба, масса шага, акциз мунец или тогда самартал дамцу лепшовис. Дапирисвиреба, физикури дапирисвиреба, соцхотах не сенико, аграм ахла, акциз мунец или би, митсолит, стула бенше уизмен, кинотеатши, та ардаушан, геонделит, юмис, премьера. Грузинский марш пытается войти в кинотеатр. В руках, видите, у одного из участников в руках икона. Напомню, патриархия выступила против этого показа этого фильма, потому что он угрожает национальным ценностям Грузии. Грузинский марш кидает хлопушки в сторону входа в кинотеатр. Вот вы видите дым прямо у входа в кинотеатр от средств, которые кидают участники марша.
Вы видите сейчас, как один из демонстрантов принес крест. Слышите, как сейчас скандируют позор? Да,